короче, с утра токсик. Вот что я поняла. Короче, мы пришли поесть. Мы вчера поздно приехали, поэтому это... Ничего не показали. Номер у нас четкий, конечно, вообще. Замок. Живем мы в замке, как две принцессы. Что мы в моей голове? Волосы, Кристина. Ха-ха, какой отменный юмор. Короче, одно радует, что Хас третий сегодня. Вы там что, готовы? Идите. Вот мое спасение. Спасибо. Просто вот оно. Вот оно. Кстати, вот еще мое спасение. Вон там еще стоит тоже. Ненавижу утро, господи, как просто. Я вам сейчас покажу вид из окна, короче. Сейчас мы поедим, и я вам покажу. До встречи, блядь. Короче, дело к ночи. Было вчера, а я не спала. Че, блядь? Вот это вроде прекрасно, да? Все. Ладно, ладно. Ладно, даже у меня сейчас настроение поднялось. Кайф, еще если тут летом, тут можно, наверное, вообще упасть, сознание потерять. Чем делать дела? Что тут? Телевизор, блядь, орнамент, или как это? Что это, петиграф? Пикров? Как кто знает это называется, скажите мне.